Рад всех приветствовать, это RT Games, Руслан Терехов, и мы продолжаем искать секреты в игре Kena Bridge of Spirits. Ставь лайк, подписывайся, комментируй, а главное, наслаждайся видео. Что ж, всем приятного просмотра. Так, мы находимся в центре деревни и пойдем в сторону входа. Здесь в начале игры я видел какой-то синий кристалл. И он меня очень так заинтересовал, но я не знал, что с ним делать. Но теперь-то мы знаем, что сюда можно луком прыгнуть. Оп, и мы наверху. И что у нас тут? И у нас здесь сундучок. Собираем сундучок. Так, и мне кажется, я еще один секретик знаю. Сейчас попробуем к нему тоже сходить. Он будет находиться у нас на полях. Так, зайдем на поля. Вот в эту кузню. Так, если не ошибаюсь. Ну да, вроде кузня. Да. Так. Вроде как нас путь вел сюда, нет? В пещерку. Ага, там камни, это то, что наверх. Ребята, одна минута. Хотя, может, без минуты, сейчас попробуем ниже спуститься. Где-то в пещере тут должны быть. Да, не, без минуты. Не будем отключаться. Вот мы в пещере. И нам нужно пройти вон туда. Так, здесь мы опускаем слезу. Слезу опустили. Так. Затем кидаем вот сюда вот бомбочку. Не попали. Попали. Берем тлёныша и идем вправо, чтобы он нам воду подал. И тлёныш у нас сейчас накачивает воду в пещеру. И уровень поднимается. Да, замечательно. И уровень поднялся настолько, что мы можем переплыть на противоположную сторону. Тут, наверное, какой-то сундучок. И слева еще должен быть секрет. Так, ну смотрим. Да, здесь, пожалуй, только один сундучок. Забираем сундучок. И идем на эту сторону. Здесь тоже, наверное, сейчас можем залезть. Да, поднимаемся. Тленыша. И вот еще один секретик. Собираем. Еще почта духов собрана. Замечательно. Что ж, продолжим в следующей серии.